Приветствую, дорогие друзья! Сегодня отправился на занимательную выставку, которую организовал Музей транспорта Москвы. Удалось снять массу интересного контента, который со временем появится на канале. Отдельное спасибо руководству музея за содействие в съемках. Попросил администратора выставки немного рассказать о проходящем мероприятии, которое стоит посетить. Тем более, что вход совершенно бесплатный. Здравствуйте, меня зовут Екатерина, я администратор Музея транспорта Москвы. Сейчас мы находимся с вами на совместной выставке хлебозавода и нашего музея, которая называется «Вы ушли с маршрута, и это нормально». Выставка находится в помещении бывшей бойлерной хлебозавода. Ее экспозиция на примере транспорта, важного для истории данного пространства, рассказывает о том, как в ходе истории переизобретали себя предметы, явления и пространство, и куда это может нас привести. Выставка находится на Новодмитровской улице, строение 17, помещении бывшей бойлерной. Мы работаем с 11 и до 9. Выставка продлится до 28 ноября. Успейте посетить. Вход свободный.